Ни лишение прав, ни поддельное водительское удостоверение, ни состояние наркотического опьянения не удержало 22-летнюю челнинку от посещения центра оформления ДТП. При проверке документов у сотрудников ГИБДД возникли вопросы к девушке, ведь ее лишили прав еще в 2019 году из-за отказа от метасвидетельствования. В этот раз тест показал, автоледи находится под воздействием наркотиков. Девушка управляла транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, после чего она была доставлена в отдел полиции электротехнический по подозрению подделки водительского удостоверения. За рецидив челнинке грозит уже уголовная статья с наказанием в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет. Окончательная степень ее вины еще предстоит установить правоохранительным органам.